Вот, друзья, вы видите, что земля у нас выровнялась на участке. Да, вот так все. Вчера выравнивали, и может показаться, что тут вот один всего вот этот бульдозер поработал, но на самом деле тут их два. Сейчас я часок пройду. Вон, смотрите, еще один. Да, вот тут эти перепад высоты. Так должно быть. И вот туда пошло. Тоже там какие-то предметы. Я не знаю, наверное, их уберут. Я надеюсь, что уберут. Но это еще не все. Это так, мы только в начале пути. И дом. Если мы теперь внимательно посмотрим на дом, он окончательно обмотан бумагой, обернут, можно сказать, бумагой и сеточкой металлической. Вот, здесь даже вот, смотрите-ка, приделали пока так, чисто декоративно пока. Такую электрическую коробочку. Не знаю, что там дальше будет. Врать не буду. Вот так. Так все выглядит вот там тоже с той стороны. Давайте, может быть, обойдем. Посмотрим. Мы редко бываем в этом месте. О, а здесь, видите, не окошечко, ничего, такая глухая стеночка. Там с той стороны будут шкафы стенные, это спальня. Вот, будут стенные шкафы. Я смотрю, там еще какую-то траншею откопали, смотрите-ка. Думаю, зачем тут траншея? Да. Вот так. Итак, окей. Идем дальше. Вот это вход под дом. Как-то они вот так оформили более солидненько так. Да. И тоже сеточка. Все как положено. И вот мы завершаем, как бы замыкаем круг. Вот здесь досками забили, чтобы никто не ходил. Вообще, скоро уже здесь нельзя будет совсем пройти, потому что там трубы, оборудование. Я, честно говоря, не знаю, что там сейчас. Вот. Может быть, они действительно этой бумагой уже совсем забили. Тут сеткой замотали. Не знаю, вот не видно. Да, а это вот банька наша пришла. Сауна, сауна. Такая она инфракрасная. Она нагревает человека. Не воздух вокруг него, а самого человека.